Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Получил очередное письмо. Это письмо из Люксембурга. Вот такое вот письмо. Вот. Это мне люди помогают ярлычками. Не знаю, что с этим письмом было на почте. Он был с обоих сторон скреплен степлером, потому что был порван и здесь, и здесь. Внутри у нас вот такой вот листочек желтенький с пожеланиями от Тани и вот с таким пакетиком ярлычков. Не знаю, что наша почта делала с моим письмом, но оно все какое-то покоцанное немножечко. Видимо, вскрывали, смотрели, что же там такое внутри. Итак, тут много разных ярлычков. Думаю, всех я смотреть не буду. Я их сейчас немножко разложу. Тут они с дублями идут. Посмотрим только Липтон. Еще, может быть, несколько рассмотрим особо интересных. Вот уже я вижу, что несколько ярлычков в двух экземплярах. Но большинство все в одном экземпляре. Много-много ярлычков мне положили. Очень я доволен и благодарен человеку за это. Очень много ярлычков. Если учесть, что это просто подарок. Итак, вот такие вот ярлычки мне подарили. Давайте посмотрим. Здесь есть несколько ярлычков Липтон. Первый ярлычок — это у нас Липтон After Dinner с номером. Вот такой вот. У меня его нет в коллекции, так что он направляется прямиком в нее. Следующий ярлычок — Линден. Такой, кажется, есть, но надо проверять. Они бывают похожие. Бывают немного отличаются номерами, бывают без номеров, номера бывают сзади. Так что очень много нюансов и всегда надо проверять ярлычки. Итак, следующий ярлычок — Липтон Time to Relax. Тоже с номером на оборотной стороне. И четвертый Липтон — это Липтон Do the Detox. Тоже с номером на обратной стороне. Во всей этой куче было всего лишь 4 ярлычка Липтон. Но я все равно очень доволен, потому что человек просто так мне подарил эти ярлычки. Очень я ему благодарен за такой подарок щедрый. Давайте еще немножечко посмотрим ярлычков. Например, вот такой ярлычок Кора. Верт Mint Bio Vice Organic. Такие твинги мне нравятся, пузатые, на бочку похожие, с разными узорами. One World Mints, такой вот чай. Вот такие Милфорды с разными здесь надписями. На обратной стороне, видимо, разные чаи. Мебмер чай. Вот 4 штучки у нас Тикейна одинаково с ягодами. 2 вот таких штучки Тикейна. Вестклифф тоже 2 штучки. Вот много ярлычков, которые не в одном экземпляре, так что будет что предложить в обмен. Если хотите обменяться, пишите мне, и мы обязательно договоримся с вами об обмене. А сегодня спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, если понравилось, оставляйте комментарии. До новых видео!